Число погибших в результате протестов на французской заморской территории Новой Каледонии возросло до 10 человек. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на прокуратуру. В среду на юге Новой Каледонии правоохранители убили одного человека, вследствие чего число погибших в результате протестов, начавшихся на архипелаге примерно 2 месяца назад, выросло до 10 человек, отмечается в сообщении агентства. Уточняется, что в мужчину выстрелили сотрудники группы вмешательства национальной жандармерии. Отметим, что протесты сторонников независимости, выступающих против реформ, начались 13 мая. Противники реформы, предусматривающие расширение электората на провинциальных выборах в Новой Каледонии, считают, что она ослабит избирательные возможности коренных жителей, канаков, и тем самым усилит влияние Парижа. В ходе этих событий погибли 10 человек, включая 2 жандармов. Архипелагу нанесен огромный ущерб, оцениваемый в более чем 1 миллиард евро. Чрезвычайное положение продлилось с 13 по 27 мая.